Компания Apple представила три новых iPhone, и они продолжают дело, которое в прошлом году начал iPhone 10. У них экраны без рамок, челочка верхней части и разблокировка по лицу. Самая интересная модель – iPhone 10R. Относительно недорогой телефон, в котором есть все, что нужно. Он чуть больше, чем iPhone 10, но совсем не громоздкий. Еще в нем экран попроще и камера всего одна. Но телефон умеет имитировать портретный режим и даже изменять степень размытия фона. iPhone 10S. Точно такого же размера, как iPhone 10, но с новым процессором и улучшенной камерой. И увеличенная версия iPhone 10S Max. Очень сложно выговорить. У него экран 6,5 дюймов. Представьте себе iPhone 7 Plus, в котором вся передняя часть занята экраном. Вот это и есть iPhone 10S Max. S-версии доступны с памятью 512 гигабайт и в корпусе золотого цвета, но и стоят они соответствующе. Самый дорогой iPhone 10S Max стоит 128 тысяч рублей. За эти деньги даже MacBook можно купить. iPhone 10S и 10S Max появятся в продаже 28 сентября, а 10R начнут продавать 19 октября.